Авиан Продакшн. Всем привет, это Авиан. В общем, нашел я игрушку, точнее вторую часть Evil Nun. У меня было уже прохождение первой части этой игры на моем канале, можете посмотреть. Здесь где-то в правом углу я прикреплю этот видео. И если захотите, то посмотрите его. Также я хотел сказать, что... Да, я перебрался на формат хорроров, так как они, знаете, более-менее так мне нравятся. Ну и большинству из вас тоже. В общем, не буду сейчас я ничего высказывать, и поэтому начнем. Что представляет из себя эта игра? То есть мы играем за ребенка, и получается попадаем в какой-то пансионат, что ли. Ну, в какую-то школу священную, или как называется. Давайте я введу свое имя. А, тут латница не работает. Я введу свое имя. И прочитаем, что здесь написано на записке. Дорогие родители Авиана. С сожалением сообщаю, что в свете недавних происшествий в школе ваш ребенок был наказан. Не ждите новостей, пока мы не примем все меры по исправлению его поведения. С уважением, старшая монахиня. И на уровне легко у нас получается, враги будут медленными, очень плохо слышать, и живун ловит вас, но не зовет хозяйку. Ну что же, давайте посмотрим, что из себя представляет данная игра. Я ни у кого не смотрел прохождение, сегодня буквально в маркете нашел эту игру и скачал ее. Да, и я очень надеюсь, что она будет... Хоть как-то получше первой части. Обычно, ну, как бы вторую часть делают не зря. Тут какая-то заставочка у нас. Не знаю, стоит ли ее пропускать, но хотите, посмотрите. Я помолчу просто. Теперь мы знаем, что сестру зовут Маделина. Я просто моделька буду называть. Да, у нее походочка такая сексуальная прям. Так, она принялась что-то читать. Это я уже поясняю, что происходит. Горит фотография, видим. Фотография сгорает. Она что-то за голову взялась. Видимо, какие-то... Да, беды с башкой начинаются у нее. С ума сходить начинает. И фотография полностью догорает у нас и куда-то улетает. В приступе ярости она идет и закрывает дверь с таким спокойным фейсом. Идет в какую-то другую засекреченную комнату. А тут уже, походу, мы сидим. Она, короче, сказала, типа, заткни рот свой, я сейчас выпущу своих друзей, что-то будь, сиди тихо. Она спросила, Гами, как у тебя дела, как ты себя чувствуешь, что-то такое. Не знаю, что она сказала сейчас, ну, типа, что-то... В плане угрозы вам нужно сбежать из школы. Ладно, давайте, пожалуй, начнем. Вижу, что это петух-качок сидит в клетке. Так, затем тут птеродактиль какой-то. Так, давайте дадим кликуху, чтобы мне было побольше. Ой, точнее не побольше, а поудобнее выражаться. Это у нас, значит, МС. Ну, короче, качок-дебил буду называть его. А это у нас просто птеродактиль. А, что здесь является? Кукла. Окей. Что-то у меня фризит. Не обращайте внимания. Забираем часть оружия, значит. Смотрим, что здесь происходит. Так, ребята, если вы не против,
Я чуть-чуть сенсу поменьше поставлю. Вот так. Так, сенса у меня готова. Не. Что-то слишком. Теперь отлично. Тихо, монахиня спит. Так, пароль. Куда бы его записать? Ребят, секундочку, я подготовил тут специальный листочек на всякий случай. 94 89, так как у меня с такой вот памятью проблемка небольшая. Поэтому я буду все записывать, что нам нужно, необходимо. Ну, это, в принципе, очень удобно. Так, лишний раз посмотреть код, например. Ладно, дверь я, пожалуй, закрою. Ой-ой-ой, они проснулись. Тихо. О, как же я вовремя в шкаф залезть успел. Она проверила, что здесь все окей. Ну, то, что я пропал, она, видимо, это заметила. Дверь она, собственно, закрыла, а петушок у нас тоже там. Ой, побежали ее прихвостни. Один петух-качок выбежал, а птеродактиль вроде бы остался в клетке сидеть. Да, он тут сидит. Рискнуть, не рискнуть. Есть. Все, идем туда, значит. Ой-ой-ой. Петуха я убил. Ну, типа того. Пришел птеродактиль, его братан. Петух уже встал и побежал. Знаете, как будто я нахожусь в каком-то зоопарке и комментирую каждое действие этих животных. Почему я не могу войти в проход? Так, вот этот вот примат, он сейчас там стоит. Короче, их тут, по-моему, три разновидности. Да, ёб твою, налево. Петух-качок зашел в комнату. В журнале у нас ничего не написано. Я изучил одну механику, то есть они слышат, когда дверь открывается и закрывается. Меня это не радует, от слова совсем. Все, я вошел в проход. Это сейф-зона. Да, это сейф-зона. Здесь можем выдохнуть. Также я хотел сказать очень важную такую закономерность. Точнее, что касается по поводу прохождения игр в плане хорроров. Я планирую на днях записать SCP, Containment Breach, самую такую нашу любимую часть. Если вы меня поддержите, конечно же, напишите в комментариях, так как голосовать уже нельзя на Ютубе, давно эту функцию убрали, то я, пожалуй, оставлю тайм-код в комментах, чтобы вы поняли всю суть, что я говорил. Потому что не все видосы смотрят до конца. Ладно, спускаюсь я тогда вниз. Надеюсь, их там не окажется. А то это будет очень печально. Здесь лежит часть оружия. Это, видимо, этот яйцемет. Одна часть есть. А, это даже пистолет. Здесь есть рычаг. Это классы. Как будто в какой-то шахте нахожусь. Вот честное слово, ей-богу. Это сад. Здесь у нас чердак. А тут церковь. И в церковь у нас нет доступа попасть. Вам не хватит сил, чтобы увеличить зазор. Значит, мне нужно что-то искать. Если включить логику, то наподобие ломика что-то искать надо будет. Ну, оружие не смогу создать. Вторая часть у меня на втором этаже осталась. То бишь здесь. Я так понял, первый этаж это вообще сейф-зона. Туда можно спокойно спускаться. Вот она. И обратно выходим. Все делается очень, очень аккуратненько. И да, второй руки не было задействовано. И такое ощущение, как будто я одними ногами спускался. Создаем оружие, значит. Все, яйцемет у нас есть. Ага. Яйцемет готов. Ну, не спешим с выводами. Поднимусь сейчас наверх, заберу яйца. Там, по-моему, можно было их как-то
взять. И, в общем-то... А, понял, понял, понял. Пошел ты нафиг. Она тут. Ух ты, какой смачный лещ прилетел. Да, ну и смешок у нее. Нервный день сегодня был у меня. И поэтому... Да я ничего не успел еще сделать, как она зашла. Так я спокойно спал на ритуальном этом кругу. Значит, сейчас следующее действие. У нас остается один шанс, и нельзя его просто так потерять. Нужно успеть зайти в шкаф срочно. Если я этого не успею сделать... то будет очень плохо. Твою мать, она в клетке с качком. Вот, гнездо с яйцами. Да-да-да. Как же пошуметь можно? Если б что-то бралось, я б кинул это. Петух у нее, короче, самый любимый питомец, я так понимаю. Она не проснулась? Все, тихо-тихо. Сидим в шкафу. Я рискну, наверное. Сейчас выйти. Петух-качок где-то там ходит. Да, зря, наверное, я их разбудил. Но мне нужна эта штука. Нет, нет, нет. Эй, ты чё, нифига, он в нокаут сразу отправляет. Да, вот такое у нас прохождение получилось. Какие красивые ботинки у тебя, слушай. Что ты делаешь? А чё Налин делает? Заткнись, пожалуйста, остановись. Она меня заколдовывает. Чуть-чуть. Я сгорел. Зато увидели одну из концовок. Так, создаем оружие. Сходим сейчас сначала в классы в этой серии. Глава – это война. Все. Надо избавиться от этих кур-мутантов. Это первая задача. Хорошо, я ее понял. И тут у нас вентиляционная шахта. Первая попавшаяся комната – это туалет. Ну окей, посмотрим, что там. Так, в туалете. А, то есть все ходы ведут в одно и то же школьное сочинение. Закрою дверь. На паузе прочитайте. 18 мая, вот, устроил почти одновременно серию взрывов. А, в общем, я прочитал, что здесь написано. Вот, можете читать вот в процессе моего перемещения. Но это как-никак сюжетная фишка. Ее нельзя пропускать. Но меня эта надпись уже бесит. Как ее убрать? Я думаю, все уже успели прочитать. Ностальгия-то какая, какие стены знакомые. Ну все, все, берите ее. Спасибо. Так, не будем спешить. Мне нужно точно узнать, есть ли кто-то в этой главе. Если будут вот эти мутанты, то это будет очень печально. Но пока что я никого не наблюдаю. По-моему, женский туалет. Да, туалет. Написано просто. Открытая кабинка. Интересно.
Это что у нас? Еще одна вентиляция. Видимо, все действия в игре будут проходить через вентиляцию. Монашка, я так понял, умеет лазить через вентиляции, так же, как и в первой части. Но в первой части, вот, похвала разработчикам, они сделали по-настоящему стрёмную монахиню. И это очень радует. Что это звук? Опа! Монашка там. Вентиляция, вентиляция. Она сюда идет? Твою мать. Дверь закрыта. Надо будет где-то спрятаться сейчас. Я думаю, она не настолько умная, чтобы за мной по вентиляциям шастать. И поэтому я выйду через туалет. Ага, она пошла в... Ой, петух, привет. Петух тоже по вентиляции умеет лазить. Судя по его размерам. Да. На второй этаж погнали. Я тут все обследовал. Если, кстати, в этом проеме на лестничной клетке меня встретит монашка, то это ГГВП. В шкафчиках же тоже можно прятаться. Судя по всему, нет. Они для лута, наверное. Как же я медленно все делаю. Ой, картина упала, картина упала. Письменный стол. Кстати, прикольный письменный стол. Можно так в телефон играть. Ну, школьники меня поймут. А тут он... Они тут все такие лутабельные. Школьные рисунки. Что это было? Линейка? И зачем мне сломанная линейка? Ой, пальцы какие ужасные у тебя. У меня точнее. То есть монашка заставляет детей учиться. Вроде все тихо. Здесь какой-то ритуал. Это добро и зло, возможно, Бог какой-то. Да, Иисус. Ну, православная же школа, как бы, тут фигурирует чаще всего на всяких постерах, рисунках. Сам этот Иисус Христосик. Рисунок Роберта Олберта. Это, скорее всего, про которого мы читали. Там что изображено? Иисус, наверное, на кресте. Тут, конечно же, пусто. Не знаю, для чего у меня сломанная линейка. Авось пригодится. Но в столах я ничего не обнаруживаю. Либо я слепой, либо там серьезно ничего нету. Здесь, значит, я облутал все. На втором этаже тихо, можно продвигаться дальше. Кто это у нас? Джон и Грета. Это самый опасный кабинет, так как он возле лестницы. Ой, да вы серьезно? Тут каждую парту еще лутать надо. Ой, что-то меня разворачивает. Ну, не знаю, что здесь. Какие-то, может, мелкие детали. В них всматриваться надо. Ну, графончик здесь, я вам скажу, воодушевляет. Все какие-то идеологические книги по христианству, там, я не знаю. Не шарю в этих темах, вот серьезно, если к этому вопросу так относиться. Петушочек. Так, петух в той комнате. Твою мать, он меня сейчас, походу, зажует, да? Нет? Петух в алхимическом классе что-то делал. Конечно же, ты быстрый. Вот так сделаем. И сейчас наскоком просто. Его обманем. Ах ты, негодяй какой. Опа, он тычку хотел сделать. Так. Теперь просто спрятаться в шкаф.
Все, я в шкафу сижу. Давайте еще немножко походим, и я, наверное, на этом буду заканчивать. А вон сама монашка. Ой, петух. Что за животные? Ой-о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 й. Что это, фотка? Ребят, читайте, что на экране, может, вам пригодится это. Мне сейчас как-то не до этого, если честно. Монашка вот с минуты на минуту меня может огреть. И на этом все. Ну, каждую парту лутать, ну это вообще не по-нашему как-то. Я не люблю вот прям именно конкретно каждую парту лутать. Это не в моем стиле. Ну, задумка прикольная, я понимаю. Ну, типа каждую парту ради этого лутать. Как-то не по-христиански, что ли? И тем более это пустой кабинет, в котором вообще ничего нету. Так, тут лежат ключи чего-то. Я не могу подобрать ключи. Ключ от теплицы. Нам сейчас надо будет сад. Тут все окей? Да, тут все окей. И сейчас прям по фасту. На первый этаж, на первый этаж. Вентиляцию. И, в принципе, мне кажется, здесь больше делать нечего особо. В другой туалет заходим. И валим с этой главы. Все. У нас есть первый предмет. И это ключ. Надо бы его запомнить. Все, первая глава у нас пока что пусть опущена будет. И давайте в следующей серии я уже как бы продолжу прохождение этой игры. Сходим с вами в сад. Ну и вернемся в класс и там долутаем все, что надо. А затем уже нас ждут вот эти вот головоломочки всякие. Ключи я кину вот сюда. И что могу сказать? Всем спасибо за просмотр, кто смотрел данное видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте это видео, делитесь с друзьями. Ну и также, что еще хотел сказать, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка будет в описании. Ну а с вами был Авиан, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.